Вначале хочу порекомендовать канал Tier Top. Там вы найдете обзор модов на Motor Depot и Minecraft, а также много чего еще. К примеру, смешные моменты из Motor Depot. Ссылка на канал в описании и комментариях. Ну а теперь давайте перейдем к новостям по пикапу. Добро пожаловать на просмотр нового видео. В GDO появилась куча новостей и скриншотов. Что ж, обо всем по порядку. Разработчик представил черновой вариант покраски объектов. Должен сказать, что выглядит многообещающе. Таким образом, можно самые примитивные узоры и рисунки делать на кузове. Следующая новость заключается в расширении тюнинга, а точнее новых концептов крыльев. Вот эти 4 варианта. Ну а теперь самое интересное и долгожданное. В игре появились работающие дворники и одна из версий магнитолы — Сону. Ради интереса вбил в переводчик это слово, и он не захотел переводить его с английского, а предложил с турецкого, после чего выдал результат, и это конец. Конечно, тут никакой теории заговора нет, это просто перефразированная фирма Sony Sonu, и все. Плюс-минус внимательно, люди заметили на фоне тот самый рафик, почти в полный размер, который все ждет игроков за холмом вдали. На этом новости пока закончились, вся информация взята из группы разработчика, ссылка на нее и игру уже в описании. Встретимся в следующем видео или на стриме.